Нормально. Влад! Пусти! Встали по местам, быстро. Добрый день, дамы и господа. Hello, ladies and gentlemen! Все, а что ты переигрываешь? Ты на дебюте или на фестивале переигрывания? Я не знаю, I don't know. Успокойся. Лети-лети, Вовчика, зацепи. Ребята, давайте посерьезнее. Добрый день. Ребят, я попросил посерьезнее. С вами Учвин, и мы начинаем! Каждый из нас тут хоть немного рад. Калли-Калли-Вуд отбегает просто. Когда у нас дебют, то умирает жестко. Мы отвечаем, наш дебют на всю страну. Мы зажигаем торговую всю целину. Кто устал, тот слабак, остановиться и как? Друзья, представьте, бабушка-ящерица. А теперь немного пофантазируем. Майкл Джексон на русских дорогах. Шашлычник, который уже третий час не может высушить белье. Случай в школе на уроке математики. Итак, давайте записываем. Х равно Y минус. Я без рук на ЛК, садиться не буду! Нет, нет, пожалуйста, не надо! А я вам говорила, садитесь ближе к доске. В каждом клубе может встретиться такая мадама. Отдавать сына в спортивную школу. Давайте, ребята, активнее, активнее работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот своему сыну хочу вам отдать. Чтобы вырос настоящим мужиком. Не, ну понятно, понятно. Да. А не каким-то там метросексуалом. Ну, конечно, конечно. Чтобы шел по подворотам и мог сдачи дать. Ну, это всегда так надо, да? А ну, в жизни просто как? Либо ты... тебя. Слушайте, ну тогда вам надо его на секцию борьбы отдавать. А у вас тут что? А у нас тут секция современного танца, ребята, работаем! На любом выпускном очень сложно уследить за детьми, особенно если учительница одна. Итак, давайте представим. Выпускной класс встречает рассвет. Коридоры, смех, подружек, самый честный, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже...
Дорогие друзья, в детстве наши мамы часто отправляли нас не на те секции, на которые мы хотели ходить сами. Всем тем, кого отдали на эти секции, всем родителям, которые забыли спросить своих детей, мы посвящаем нашу финальную песню. Я мечтала на Олимпиаде получать медали, но на фотокружок меня записали. Фотографировала в движении любой предмет, про фокусный объектив я давала совет. За это я хочу сказать спасибо своей маме. В спорте я не лучшая, лучшая в Инстаграме. Я мечтала быть футболистом, как Рональдиньо, но на кружок вышивания меня отдать решили. Спасибо, мама, футболист не вышел, но на каждой своей футболке я фамилию крестик вышел. Умею обвязать носки, бегу оладушки, все свое песню я провел у бабушки. Понимаешь, слишком поздно, а забываешь слишком рано. Но ты смотришь, ты крутил экраной. Скажу тебе спасибо, мама. А не сказать то, что на сердце. Я перестал для этой драмы. Но ты смотришь, ты крутил экраной. Скажу тебе спасибо, мама. От всей души с вами была команда КВН Института учета и финансов. Счастья вам!